Сотрудники Имбаевского сельского музея передали медаль за отвагу Архипа Молокова, его внуку и правнучкам. Весной этого года награду фронтовика обнаружили местные жители Адам и Султан Русины во время работ на огороде. Грунт купили участников, как в него попала медаль, до сих пор остается загадкой. Сотрудники музея провели расследование, чтобы найти родственников фронтовика, и вот долгожданная передача состоялась. Теперь медаль за отвагу будет храниться в семье потомков участника Великой Отечественной войны, как реликвия. В 1943 году он был награжден медалью за отвагу, в 1944 году орденом Красной Звезды, а в 1945 году за победу над Германией. Нам эта находка бесценна и дорога, как память о нашем моем прадедушке. Мы гордимся, мы ходим на парад с портретами, у нас 4 ветерана в семье. Мы гордимся и помним подвиги наших предков.